Всем привет! Сегодня попал на распаковку телефончик Sony Xperia P. Такая вот у него коробочка. Несколько отличается от других Sony. Такие вытаскивали сбоку, а этот, как понял, так открывается из двух половин, состоит одна маленькая, одна небольшая. Смотрю, что у нас комплектация здесь. USB кабель есть. Телефончик, наушнички тут, кстати, вакуумные, 3,5 миллиметра разъем. Так, хорошо, сейчас зарядка есть и мануал. Посмотрим сам телефончик. Вот как. Такой вот у нас внешний вид. Выглядит неплохо. Такой хорошенький аппаратчик. HDMI выход есть. Нормально. Симочка отдельно вставляется. Micro USB. 3,5 разъем. Камера. 8 мегапикселей. Вспышка. Эта панелька, кстати, подсвечивается. Тут микрофон. Так, зайти. Я там уже кое-какие тесты сделал. Вот. Посмотрим, что там у нас Antutu выдает. Так. Antutu у нас показал 11223 балла. Здесь стоит двухъядерный процессор. Какой-то там ихний процессор, наверное. Потому что не Qualcomm, там ничего не чистится. Так, модель процессора STE. U8520 Android 4.04 32-битный. Разрешение дисплея 540 на 960. Камера 8 мегапикселей. Так, ОЗУ 1 гигабайт. Storage. Внутренний накопитель 16-гиговый. Количество ядер 2. Тактовая частота. Так. Мультитач есть. Тут 10 касаний, кажется. Сейчас я покажу вам, сколько тут касаний. Так. 10 касаний выдает он. Очень даже неплохо. Вот такого аппаратика с двухъядерным процессором. Не все китайцы вообще даже и 5 дают. С такими показателями. Разрешение видео 720 пикселей. Так, зайдем у нас тут. Что тут еще я ставил? Nanomark. Nanomark у нас показал тут. Ну, такие себе результаты, конечно. 31 FPS. В секунду показал Nanomark. Так себе. Среднячок. Так. Вот тут тестер. Так, мультитач я тут уже делал. Тут смотреть ничего не буду. Так, где тут еще? Квадрат центра. Так, квадрат центра. Так, Your Device 2536 баллов набрал. Еще не на последнем месте. Отлично. Так. Это у нас, походу, 3D Mark. Демарк он немного набрал, конечно. Тест текст. Так. Так, где тут? Тест делал. Так, ладно, ну с этим тогда пока ничего не будем смотреть.
Потому что здесь он набрал, ну и посмотрим. А, вот, показал. Вот. Результат 773 балла набрал. Мало, конечно, набрал. Так, сейчас посмотрим, здесь развернутый ответ. Так, тут он, значит, крутил у нас. Так, график тест 1, 3,2 FPS в секунду, график тест 2, 2,4. Ну, самое больше 10,6 FPS в секунду у него удавалось. Выдавать, конечно, результат не очень. Ну, сами не судите, конечно, строго. Потому что процессор двухъядерный. И так он неплохо, он тут уже набрал 11 тысяч баллов. Это для двухъядерного процессора очень много. Так что... С вами был Ткаченко Сергей, это канал Gadget X. Сегодня был обзор телефона Sony Xperia P. Все, всем пока.